Пограничная служба России отмечает 105-летие. В амфитеатре республиканской столицы прошло торжественное мероприятие, посвященное этой дате. Будет оснащена новейшей техникой и оборудованием по современным стандартам. В Преградной планируют открыть амбулаторию на 240 посещений. Пример героического предка стал ключевым моментом формирования военной династии. Смотрите сюжет о семье Дебижевых из Хасау Греческого. Его регалии многочисленны, а юбилей торжественно отметили в родном вузе. Известному ученому Аскербию Качиеву исполнилось 80. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаево-Черкесия». С вами Мурат Джанкюзов. В этом году Пограничная служба России отмечает 105-летие. В выходные в амфитеатре Черкесска прошло торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику защитников государственных рубежей. Участие в нем принял глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Подробности у Артура Мхце. Тем, кто в разные годы отстаивал рубежи нашей страны, в столице Карачаево-Черкесии в последние несколько дней было посвящено немало мероприятий. Особо стоит отметить открытие аллеи по улице Даватора. Накануне увековечили имена нескольких заслуженных пограничников прошлого. Еще одно торжество состоялось в амфитеатре города Черкесска. Полный зрительный зал, как дань уважения ратному труду многих поколений защитников государственных границ нашей Родины. В день 105-летия службы и 99-й годовщины погрануправления ПУКЧР участие в мероприятии приняли представители руководства республики и региональной столицы. День пограничника – всенародный праздник. Праздник мужества, дружбы и патриотизма. Защита государственных границ – служба сопряжена с серьезной ответственностью за спокойную, счастливую и мирную жизнь нашей страны. Сегодня пограничники продолжают оставаться надежным щитом нашей Родины. Доблесть, отвага и стойкость – качества, которые отличают все поколения сотрудников и ветеранов пограничной службы. Глава республики напомнил о некоторых славных страницах истории пограничной службы и выразил уверенность, что границы России под надежной защитой. В этот праздничный день выражаю глубокую признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь – пример подлинного героизма и доблести для всех нас. Заложенные вами славные боевые традиции достойно продолжают нынешнее поколение защитников границ. Примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за неукоснительное исполнение воинского долга, за мужество и отвагу. В этот день со сцены звучало немало добрых слов в адрес пограничников. Был отмечен труд отличившихся сотрудников. Звучали любимые многими песни. А рядом с амфитеатром любой желающий мог на время почувствовать себя военным человеком, отведать солдатской каши и узнать, какое вооружение используют сотрудники пограничной службы для выполнения задач различной степени сложности. Артур Мхце, Вести, Карачаево-Черкесия. Уже в этом году в станице Преградной планируют открыть амбулаторию на 240 посещений в смену. Новое здание располагается в центре Преградной, рядом с площадью и местной администрацией. В настоящее время идут работы по благоустройству территории объекта, по чистовой отделке помещений выполняется монтаж внутренних инженерных систем. Готовность сдачи здания под ключ на сегодняшний день составляет 81%, говорят подрядчики. Амбулатория будет оснащена новейшей техникой и оборудованием в соответствии с современными стандартами, что позволит получать населению качественную медицинскую помощь, говорят в районной администрации. Это было вызвано с тем, что Рашид Борис Пиевич, глава нашей Карачаево-Черкесской республики, проводил прием граждан из Урупского района. И там была озвучена такая проблема, что старая амбулатория, поликлиника, она есть в аварийном состоянии и не приспособлено здание как для поликлиники. Было принято решение, были даны соответствующие поручения, и согласно нацпроекту по здравоохранению приняли решение построить поликлинику в центре станицы Преградной. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил семью Туговых с получением ордена «Родительская слава». Указом президента России Владимира Путина отмечены заслуги Резуана и Риты Туговых из Красного Востока в укреплении Института семьи и воспитания детей. У них 6 дочерей и 2 сына. В семье прививают детям любовь к труду и учебе. Ребята помогают родителям в ведении домашнего хозяйства. Глава республики Рашид Тимрезов поздравил многодетную семью с получением заслуженной награды.
Считаю, что главной наградой в жизни является та атмосфера любви, взаимоуважения, доверия и поддержки, что царит в доме. Все члены семьи заботятся друг о друге. В этом и заключается важнейшая ценность и достижение Ризвана Георгиевича и Риты Наурузбиевны. Пускай в вашей семье всегда царят благополучие, мир и добро. Сегодня в рубрике «В гостях у Росгвардии» мы расскажем историю дедушки и его внуков, для которых ратная служба стала стезей по жизни, где пример героического предка стал ключевым моментом формирования военных династий. Фатима Даурова о преемственности поколений защитников Отечества семьи Дебижевых из Хасаут-Греческого. Среди наших земляков немало семей с уникальной историей и судьбой. Кто-то завоевал боевую славу в сражениях, кто-то в мирное время круглосуточно находится на страже порядка и спокойствия. Военная династия семьи Дебижевых берет начало в 20 веке. И родоначальником ее стал Григорий Стефанович Дебижев, уроженец села Хасаут-Греческое, потомок древних эллинов. Внука Григория Стефановича, одного из наших героев повести, назвали в его честь. Детская память сохранила о дедушке только самые теплые и светлые воспоминания. Дедушка в моей памяти остался героем. Вот. Он меня учил рисовать все время, когда приезжал домой к нам, нас навещал. Всегда говорил: внучок, покажи мне, что ты нарисовал, какие рисунки. Я ему показывал, он радовался этому. Весть о войне застала Григория Дебижева-старшего в родной школе, где он преподавал детям историю. Сельский учитель был призван в армию и направлен в Орджоникидзевское военно-пехотное училище. Оттуда начался путь солдата, на котором были как все ужасы войны, так и моменты для героических подвигов. Командир стрелковой бригады 116-го стрелкового полка за проявленный героизм в сражении под Котельниково в 1942 году был представлен к награде Ордена Отечественной войны первой степени с присвоением звания старший лейтенант. Мужество и храбрость, стратегическое мышление командира Григория Дебижева не раз проявлялись в боях. За эти качества наш земляк был удостоен орденами Отечественной войны второй степени за победу над Германией и медалью Жукова. С нашего района ушло более 10 тысяч человек на различные участки фронта в Великую Отечественную войну. И, к сожалению, не вернулось домой 5044 человека. Каждый из них внес свою лепту в приближение великого праздника Дня Победы, в том числе и Дебижев Григорий Степанович. Фотография Григория Дебижева среди десятков его земляков, участников Великой Отечественной войны, украшает витражную стену районного музея. Это история одного человека, переплетающаяся с историями жизни миллионов людей большой страны. Пример своего дедушки, который им заменил отца, всегда был ориентиром для братьев Дебижевых – Леонида и Григория. Конечно, мальчишкам хотелось быть похожим на него. Они принимали эту воинскую преемственность, а дедовский китель, медали и ордена придавали силу и уверенность. Вот здесь фотография моего дедушки, когда он играет на инструменте лира. Вот. Он был творческий человек, играет не только на лире, но и на гитаре. Учил моего брата старшего на инструменте играть на гитаре. Вот. И он пел песни? Пел песни тоже, да. Он пел песенку про капитана. «Капитан, капитан, улыбнитесь, это флаг корабля». И так получилось, что старший брат пошел в армию как раз на флот. По возвращению домой Григорий Стефанович продолжил работу на Мирном фронте. Занимался общественной деятельностью, отдавая много времени военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению качества образования в маленьком селе Хасаут-Греческое. Более 35 лет он отдал школе, исполняя обязанности и директора, и учителя. Его внука и тезку Григория Дебижева здесь встречают как родного. Ведь сельская школа – это не только поход за знаниями, это одна большая семья. В ней выросла и Любовь Чеботенко, которая от ученицы Григория Дебижева дошла до учителя музыки в родной школе. Он был прежде всего требователен к самому себе. Как человек он был добр и в то же время очень строг. Мы его не боялись, нет, при всей его строгости, требовательности. Просто он в нас воспитывал ответственность и дисциплину.
Таким я его помню. Его уроки истории – это неподражаемые уроки, это уроки высокого профессионала. Нам приятно было смотреть, каков настоящий педагог, и нам хотелось тоже вот быть, чтобы на нас дети также смотрели с восхищением, любовью. Сильным мотивом, побудителем поступков и действий человека является идеал, которым стал Григорий Дибижев для своих потомков. Его внук Григорий Дибижев-младший, командир отделения Зеленчукского отдела вневедомственной охраны управления Росгвардии России по республике, принял эстафету героя, понимая, что он всю жизнь должен быть достойным самоотверженного ратного подвига своего деда. Фатима Даурова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия. Известному ученому, доктору исторических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Российской Федерации, почетному работнику высшего профессионального образования и члену Союза писателей России Аскербиеву Кайчуеву исполнилось 80 лет. Отпраздновали юбилей в КЧГУ имени Умара Алиева. В данном вузе он работал сначала проректором по учебной работе, а затем и ректором. О человеке, стоящем на службе у науки, расскажет Альбина Ламкова. Юбилей известного ученого Аскербея Кайчуева стал настоящим праздником для гостей торжества. Этот человек, чья жизнь заслуживает особого уважения и подражания. Путь его в науку был непростым. Аскербей Дагирович родился 22 апреля 1943 года в ауле Сарытюз. В ноябре того же года семья Кайчуевых вместе со всем карачаевским народом была депортирована в Казахстан. После возвращения на историческую родину Аскербей Кайчуев закончил образование в средней школе. Затем служил в армии на Черноморском флоте. После поступил на исторический факультет ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского госпединститута имени Герцена. На этом его образовательный процесс не завершился. Он прошел путь от студента до профессора. Большую часть жизни Аскербей Кайчуев отдал изучению истории, событиям прошлого, особенно темам депортации карачаевского народа, обеспечения мира на Северном Кавказе. Уделял большое внимание научным работам. Это дело 80-летний юбиляр продолжает и по сегодняшний день. Мои мечты сбылись. Я доволен всем. У меня была мечта служить народу. Эту мечту я выполнил. Написал 23 книг. Служил культуре карачаевского народа, культуре народов Северного Кавказа, России. Знаменитый педагог, наставник и просто хороший человек. Говоря о юбиляре, сказал исполняющий обязанности ректора КЧГУ имени Умара Алиева Таусултан Узденов. Еще добавил, что имя Аскербея Кайчуева золотом вписано в историю образования, науки и культуры республики. Таусултан Узденов торжественно в обстановке вручил ему свидетельство почетного наставника университета. Являясь советником при ректорате университета, всегда очень чутко реагирует на все изменения в системе образования. Его аналитические записки, инициативные предложения всегда очень важны для нас, и мы ценим, уважаем. В сегодняшнее процветание университета входит и огромный вклад предыдущих ректоров. Аскербей Дагирович – один из них. Он 10 лет руководил вузом. Организаторская, научно-педагогическая и общественная деятельность Кайчуева нашла должную оценку со стороны государственных, ведомственных, республиканских и общественных органов. Он обладатель многочисленных наград. Аскербей Дагирович многие годы жизни посвятил делу воспитания подрастающего поколения, формированию его активной жизненной позиции, подготовке педагогических кадров нашей республики. Руководя долгие годы вузом, главной кузницей педагогических кадров для школ республики, Аскербей Дагирович много сил и энергии вложил в его развитие. Целеустремленность, порядочность, внимательное отношение к людям, профессионализм и жизнелюбие Аскербея Кайчуева снискали уважение среди коллег, близких и друзей. В каждом обращении к юбиляру говорили неподдельные слова восхищения с пожеланиями творческого долголетия. Кстати, музыкальные номера торжества сопровождались песнями на стихи юбиляра Аскербея Кайчуева.
Альбина Ламкова, Медина Джанкиозова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Сила права» с Беллой Джазаевой. А я с вами прощаюсь. Хорошего вам настроения и всего доброго. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня тема нашей программы – кража денежных средств граждан. И по традиции я передаю слово старшему помощнику прокурора Карачаева-Черкесии Елене Дармограевой. Здравствуйте, Елена! Сегодня в программе мы будем говорить о различных видах мошенничества, связанных в том числе с неправомерным завладением транспортных средств. Речь пойдет о разных формах обмана как со стороны продавца, так и со стороны покупателя. С развитием современных технологий стали появляться новые виды мошенничества, когда преступники продают или покупают имущество через интернет. Поэтому при заключении договоров купли-продажи каждой стороне сделки нужно быть предельно внимательными и осмотрительными. Как избежать уловок мошенников и что делать, если вас все-таки обманули, об этом мы расскажем сегодня. Что касается ответственности за совершение мошенничества, то она предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве мер наказания установлены наложение штрафов, исправительные и обязательные работы, лишение свободы. Если же в ходе преступления причинен ущерб в особо крупном размере, сумма которого превышает 1 миллиона рублей, то в таком случае наказание может достигать 10 лет лишения свободы. Денис Григорьевич, скажите, кем и как часто совершаются подобные преступления? Я бы хотел начать с того, что целью выступления сегодняшнего участия в вашей программе является прежде всего профилактика этого вида преступности и правовое просвещение жителей республики. Значит, вопросы профилактики находятся на особом контроле в прокуратуре республики, направлены на предупреждение совершения преступления, защиту прав и интересов проживающих граждан. Несмотря на то, что органами прокуратуры, органами правоохранения принимаются меры по недопущению этих преступлений, проводятся профилактические мероприятия, каждодневно проводится такая работа, в том числе через средства массовой информации, за что отдельно спасибо вам, продолжает иметь место мошенничество в этой сфере. Я бы хотел сказать, что 90 преступлений, мы сейчас не говорим про преступления дистанционные, как мы в прошлой передаче освещали, мы говорим сейчас о преступлениях, совершаемых между жителями республики. Вот 90% преступлений совершается, как правило, между знакомыми, друзьями, близкими родственниками и родственниками. В основном эти преступления совершаются под предлогом получения тех или иных социальных, государственных программ. Значит, отчуждение автомобилей путем, значит, продажи или передачи с определением временного промежутка выплаты денежных средств, подделка договора купли-продажи, или как в простонародье ДКП называется, приобретение товаров и предметов домашнего обихода в магазинах и займы под расписки. Вот это основной пласт, который бы хотелось сегодня поднять проблему. Денис Григорьевич, как обезопасить себя, вот посоветуйте, и не стать жертвой этих мошенников? Знаете, коснувшись тему, кем совершаются эти преступления, я обратил внимание, что это близкие люди, родственники, друзья. Предлагается, ну, такой вариант развития событий. Если к вам обращаются ваши знакомые, друзья, с теми проблемой, да, финансового плана, либо хотят приобрести у вас транспортное средство, занять денежные средства. Самый простой способ – дружба хорошо, но нужно закреплять эти правоотношения документально. Пойти к нотариусу, получить расписку, привлечь свидетелей, хотя бы удостовериться и понять, способен ли этот человек в дальнейшем выполнить свои обязательства. Хотя бы на этом элементарном уровне. Самое главное,
Если уже произошло такое событие, если вы понимаете уже в первый там, месяц после выполнения обязательств, что не будут возвращены вам деньги, товары, то обращаться в правоохранительные органы. Большинство ситуаций решается, когда люди обращаются в правоохранительные органы, начинается процессуальная проверка. Конечно, нет гарантии, что дело уголовное будет возбуждено, что будут проводить следственные действия, потому что необходимо учитывать имущественное положение должника. Возможно, какие-то жизненные обстоятельства у него возникают. Непредвиденные события, форс-мажорные так называемые. В данном случае состав преступления в их действиях будет исключен полностью. Но хотелось бы на это надеяться, но в большинстве случаев все-таки не возвращаются, не исполняются обязательства. И они не планировалось их исполнять тогда, когда он их брал на себя. Чем быстрее люди обращаются в органы правоохраны, тем более вероятная возможность эти деньги вернуть. Как вот мы анализировали на днях с коллегами с МВД, люди обращаются через год, через два, через три за помощью восстановить свои права. Это проблематично, время упущено, процесс добычи доказательств. Многие граждане уже не существуют на этом белом свете. То есть опровергнуть, подтвердить, защитить права потерпевшего очень сложно бывает. Распространен способ мошенничества, такой, как связанный с транспортными средствами. Пример. Значит, при жизни человек передает транспортное средство, ну, образно говоря, там, Николай передал Геннадию транспортное средство под условием выплаты денежных средств. Владелец машины умирает, соответственно, денежные средства родственника не возвращаются, транспортное средство во владение обратно не возвращается. Идут на уловки, подписывают так называемым задним числом договора купли-продажи, что якобы продал, денежные средства он получил. Как правило, проверить этот факт, ну, тяжело. Хорошо, когда у родственников на руках остались подлинники документов, так называемые ПТСы. Злоумышленники, как правило, утверждают, что он потерян, им выдают дубликат в РЭУ ГАИ. На основании простой письменной формы ДКП он получает право на регистрацию и фактически владеет транспортным средством. В дальнейшем это транспортное средство уже передается из руки в руки, уходит. То есть отследить потом его уже найти тяжело. Первая задача какая? Найти объект похищенный, изъять его и проводить процессуальную проверку. То есть выстраивать цепочку. Сплошь и рядом таких случаев много. Даже при живых собственников купил у него, перепродал другому, либо за долги рассчитался. Я хочу через передачу донести до жителей республики, что в любом случае, если совершено такое преступление, имущество, где бы оно ни находилось, если оно в наличии, если оно не утрачено, оно будет изъято, передано потерпевшему. И все претензии, которые будут возникать к тому лицу, кто совершил первое мошенничество в отношении собственника. Как бы ни было это прискорбно считать, но все требования будут адресованы к лицу, совершившему преступление. Поэтому я считаю, что такие передачи, они полезны на простом языке объяснять. Надо понимать, что в любом случае наказание последует, так или иначе. Совершая такие преступления, вы должны понимать, что чьи-то права нарушены законные, и они, безусловно, будут восстановлены. Я благодарю вас за информацию, благодарю за интервью и желаю вам успехов в работе. Спасибо вам. Спасибо.